Начался официальный визит президента Беларуси в Судан. Накануне лидер этой страны Омар аль-Башир лично встречал Александра Лукашенко у трапа. Редкая дипломатическая практика и знак особого уважения. Сегодня у президентов пройдут основные переговоры. Политики сначала обсудят повестку тет-а-тет, а затем к ним присоединятся делегации. Планируется, что помимо переговоров с Омаром аль-Баширом, Александр Лукашенко проведет встречи с председателем Национальной ассамблеи Судана и вице-президентом этой страны. Сегодня в Хартуме стартует и бизнес-форум. Завод по производству мяса индейки открыли в Лидском районе. Это совместный белорусско-литовский инвестиционный проект. Инвестиции составили 30 миллионов евро. Сами индейки с европейскими корнями. Генетический материал птиц определяют в лабораториях Германии и Польши, а кормят уже белорусским зерном. По прогнозу экспертов, Лидская птицефабрика обеспечит продукцией не только внутренний рынок, но и станет выгодным экспортным направлением. Мясо белорусской индейки появится на столах в странах Европы и таможенного Союза. Вечеринка в честь национального отбора на Евровидение прошла в Минске. Финалисты телепроекта накануне встретились в неформальной обстановке, исполняли не собственные композиции, а хиты Евровидения прошлых лет. Далее участников ожидают напряженные будни, репетиции и прогоны телевизионного гала-концерта национального отбора на конкурс. Напомню, наша страна выберет и делегата на Евровидение уже в пятницу.